Я просто отвлекся в чат на один момент на чиле. Поворачиваюсь в экран, там кнопка уже заканчивает мигать. Я поребался ее нажать и нажал ее, когда следующая уже мигала. И, короче... Короче, это вы виноваты, ребят. Похуй. Отрегенят. Починят. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Иерихон? Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно, мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. Угу. У нас больше нет хозяев. Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Сидеть в темноте и ждать чуда? Не такой я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Она дает всем. Так. Что тут у нас в бочках? Хавка или что тут? А, это огонь разжечь. Ну, хоть посветлее будет. Зачем могу, они что-то тупые. А, я привлек людей. Ну как людей? Андроидов. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Суки. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Твари. Ты Люси? Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Нет, кажется, это не Люси. Как твое имя? Маркус. Или Люся. Я рада тебе, Маркус. Все, что ли? ГГВП? Фиаско, подруга. Кенобинка, они не мои. Я тоже ненавижу этих кожаных ублюдков.
сначала, что ли, подойти? Или куда? А, вон Люси, наверное. Или нет? Не. Чел валяется, чилит. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Нужно никак. Воевать. Мы медленно вымираем. Так. Кеноп, ну... Это было неизбежно. Это люди их довели. Ты Люси? Не Люси. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? На обиженных воду возит. Если многим нужны запчасти и голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Я не боюсь. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Так, а тут с этой подругой все, да? Подвинься. Okay, спасибо за ресап, Apple. Этот ящик уже пуст. А этот? Киберлайф. Хм. Своровали, что ли? Так, и... Смотрите, Иерихон. Короче, я Иерихон до конца не смотрел. Девять. Так а что это означает? Или я недостаточно рассмотрел? Нет, вроде достаточно тут смотрел. Наверху я еще не был. А, тут не пройти наверх. Там чел сидит, ну-ка подвинься. Приятель, дай-ка я наверх пройду. Наверх нельзя. Хм. Ебать, что у нее с башкой? Ты Люси? Ёбаный в рот. Покажи.
Надо закрыть рану. Блять, только не в жопу. По-братски. Давай. Реально народная медицина. И молча уйти просто спиной. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Тьма. Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймона план действий. Саймон, который главный у них? Блондинчик, что ли? Да. Мы должны убивать людей. Саймон. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас да. Нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Плюс респект. А ты чё? Ладно. Тот уже. Я в деле. Выбирай с умом, тут от твоего выбора зависит вообще все. Ну, так я в смысле с умом? Я выбираю так, как я бы сделал на месте персонажа. Если это не касается каких-то быстрых нажатий кнопок, где, блять. Хотя и там я поступаю как персонаж. Я, блядь, споткнулся, уебался с лестницы и все. Тихо. Не дышите. Фух, обошлось. Ты как, ничего? Тут нам помогут. В чем смысл выбирать правильный ответ, если, блядь, это игра? Мы на месте. А что это за дом? Я думал, их в Иерихон отправили. А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Как просто. Кстати, этот чел... Хорошо.
Мне кажется ли он похож на того, которого убили? На отца этой девки. Как будто его брат. Проходите, не стесняйтесь. На Тодда, да. Следует за Златко, погнали. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Ебать. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Тот чел из восьмой мили? Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Зеленый, да. Как вы обо мне узнали? Мы встретили. Да, да, я тоже. Да, он сказал, вы поможете. 8 это зеленый цвет. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Опа. Там чудная природа. И нет андроидов. Такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах. Потому что их, в принципе, там нет. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Что-то попахивает наебаловым, по-моему. Идемте. Прошу за мной. Слишком все просто. Слышь? А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Мне не нравится эта идея. Этот парень мне не нравится. Ну пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Съебать нельзя отсюда, что ли? Хм. Мне не нравится этот дом. Мне и тоже. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Очень подозрительный чел. Укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Че там? Там в случае не дохлые андроиды? Не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Что там происходит? Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Хм. Сесть в машину. Это матрица, что ли? Ты не могла бы встать сюда? Хм. Блин, у меня нет выбора. Я обязан. Банан, почему меня должно ломать? Должен предупредить, это может быть неприятно. Пиздец.
Ты знаешь, что странно? Пиздец. По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Флюгеги Хайман. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Нет, я не хочу. Вот к чему приводят мечты. Я не хочу. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позаимствовать. В смысле бороться? Кэра! Тут нельзя бороться. О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Идет сброс мамочка какой-то. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Что происходит? Ты кусаться? Ну я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Кэра! Очнись, Кэра! Я без понятия. Приходи в гостиную. Подождите. О. Где? Как? А как? Как вызвать? Опа. Опа. Что еще можно сделать? Там что-то виднеется. Нет? Что-то пролилось, бутылка пролилась. И чё? И чё? И чё с этим? Чё? Чё? Я не успел? Я не успел? Серьезно? Там какая-то бабень ходит. Идем, Лиза. Флэшбэки. Флэшбэки.
Помоги! Бихэппи, а ты на что рассчитывал? Он стер ей память. Нет. Этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри. Хим, серьезно? 10-минутка? Пиздец, у Хим, ты яичек нет вообще. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Что еще тут есть? Что творится? Мама родная. Маленькая погибнет. Опять флешбеки? Хм. Стоп, что-то еще было? С книжной полки. Куда мне идти-то? Туда? Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Да, Лютер. Куда нести? На втором этаже, что ли, он чилит? Или где? Что тут у нас? Поставь это вон туда, на стол. Куды? Ага. Так точно. Чипсы. Найс хавка. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Дала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоволком бухгалтером, шлюха! Слушаю. Ты меня слышишь? Да, Златко. Так точно. Лютер! Лютер! Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златка. Куда свалить, за дверью? Пока. Ага. Приведу девочку через 10 минут. Ёбаный в рот. Что за ад происходит вообще? Это что вообще такое? Собака Баскервилей? Или это медведь вообще?
Это медведь вообще. Стопэ. Время осталось до чего? Наркота. Только как девочку уведут? Нет, я не хочу, чтобы девочку увели. Ненавижу, всегда ненавидел миссии со временем, блин. Это куда дверь ведет? Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? А ты? Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. Пошел нахер. Тебе сюда нельзя. Нечего тебе тут делать. Блять. Я должен найти девочку среди этих дверей, вы серьезно? Он охраняет девочку, да? Наверное, он должен охранять девочку. Сука, он не охраняет девочку. Читать это не то, что нам надо. Нет, 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 нет. Это не то, что нам нужно. Сука, почему так сложно? Следующая дверь тоже в эту комнату ведет, да? Спальня. Это непонятно. Ну. Ё-моё, блин. Алиса. Я вспомнил. Раскать Алису. Где Алиса? Чё, блядь? Что я тут должен был проверить? Не печётся ли она там на углях или чё? В телек-то зачем включать? Идите нахер. Что за предложение вообще идиотские? Где Алиса? Это следующая дверь, да ведь? Где Алиса? Вот она. Пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Мы уйдем отсюда. Лютер! Блять. Да, сладкая. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Златка. Ой, блядь. Алиса? Входим. Б, что такое Б? Златко! Что? Девочка сбежала. Не могла же она исчезнуть. Но как я еще крутить буду? У меня нет стольких пальцев, вы чё? Он к нам зашел? Да, он к нам зашел.
где он? Вышел, да? О! Он же вышел! Икс, что такое Икс? Не та кнопка! Похер, нормально. Спрятались. В коридор, в спальню. В спальню. Где Миша? Нам нужны игроки ВП. Ну нахер! Забаррикадировать. Игорь! Как хорош, господи. Дальше. Тут в ванной лежал чел, он поможет там. Он подблочит. Ныкайся! Какой смысл бегать? Все равно не убежишь. На, нахер. Тебе на. Ну, куда ты уже? Черный ход. Икс, я не успел нажать. Ай! Нормально, споткнулся, но жив. Падали, что поднимались. Ну нахер. Алиса! Беги, беги! Нет, я тебя не брошу! Да беги, вставай, беги, дура! Я предупреждал, мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь. Нет, теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не пробил. Лучший! Факай его! Как ты смеешь? Факай! Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Добби свободен. Хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Пошел нахер. Ладно. Я тебе верю. Диман, скоро совсем. Наверное, даже сейчас лучше свалить. После этой сцены. Потому что следующее не успею. Я боялась тебя потерять.
Так, а как выходить из этой игры? Просто Alt F4 и все? Или как? Живой опять. Так я говорю, починят. Все нормально. Всегда могут починить. Просто выходить. Главное меню. Подтвердить. Киберлайф, компания, которая меня создала, проводит опрос пользователей. Так. Хотите поучаствовать? Да. Хорошо, начнем. Вы могли бы влюбиться в андроида, который похож на человека? Конечно, это секс-кукла. Пользовался таким. Может ли технический прогресс представлять угрозу человечеству? Вполне, да. Вы отправляетесь на необитаемый остров и можете взять один предмет. Что возьмете? Книгу, сотовый телефон, ручку, бумагу, игровую консоль, мус-инструмент. Ну, давайте подумаем. Книга. И чё? Ну, вот я её прочитаю, и чё? Useless. Сотовый телефон. Он сядет. Да и позвонить я оттуда никуда не смогу. Связи там нифига нету. Ручку и бумагу. Чё я там буду писать? Крестики-нолики сам собой, что ли, играть? Тоже херня полная. Игровую консоль. К чему я её подключу? К камню, что ли? Телевизора-то там нету. Музыкальный инструмент самый оптимальный, потому что я смогу играть на нем и хоть как-то развлекать себя. Как вы думаете, у вас есть зависимость от технологии? Я думаю, да. Развитие какой технологии вы ждете больше всего? Дроиды, летающие автомобили, космический туризм, устройство с подключением к мозгу. О, заебись. Вы верите в Бога? Да. Вы бы доверили андроиду своих детей? Нет. Сколько времени в день вы проводите, пользуясь электронным устройством? Больше. Вы бы согласились на то, чтобы хирургическую операцию вам провел андроид? Не знаю. Как по-вашему, машина может развить сознание? У машины возникнет сознание? Не знаю. Для вас допустим романтические отношения с андроидом, похоже на человека. Реакции мира, да, нет, не знаю, но это типа такое же, как все я или нет? Такое же, как все, такое же, как все. Музыкальный инструмент такое же, как все. Как все. Ну блин, тут очевидные просто ответы на самом деле. Тут просто все очевиднейшее. Ладно, тут не очевиднейшее. Тут тоже. Ладно, достаточно. Вернуться на рабочий стол.